Всех приветствую. Кто знает, я Веган Христолюб. Сейчас я путешествую и хочу сказать очередное слово в пользу веганского питания. Живой пример – это вот дорога путешествия. Это такая легкость и такая свобода, когда ты веган. Тебе больше не нужны кафехи, тебе не нужны костры, тебе не нужны газовые плитки. Ты вообще не паришься. У тебя быстрая и простая еда всегда с собой. Овощи, фрукты, какие-то, если хочешь, заварные каши. Сейчас все есть. Все есть за тебя сваренное. Только это причем натуральные продукты. Ну, понятно, сейчас все полунатуральное. Надо просто, можно выбирать. Более там, какому фирме и продукции ты доверяешь. Но сами понимаете, те же самые кашки заварные. Они кем-то просто сварены за вас. Там специально пастеризованы, упакованы, ты можешь их заварить. Это и вермишель быстрого приготовления, это все и крупы, это все манка, геркулес, все что угодно есть, да. Это, естественно, овощи, фрукты. Кто знает, я последний год перестал даже покупать и употреблять всякие соки, любые концентраты. Что такое концентрат? Это максимальное количество чего-то в маленьком количестве, да? Ну, вы поняли, о чем я. Каких-то там типа питательных веществ, еще что-то. Это перебор. Более того, все эти концентраты, те же самые соки, ведь выдавлены из овощей, фруктов или еще чего-то, они же лишены своей естественной природы, то есть мякоти, всех этих аминокислот, живых микроэлементов, всех этих связей. И, конечно же, как ты будешь это все быстро потреблять, что ты тогда будешь получать от этого? Слишком много всего будет, да? Здрасте. И поэтому, конечно же, такое питание, оно просто, ну, здоровское. Ты всегда свободен, ты всегда просто... У тебя все есть. Ты не тратишь время на приготовление, ты не тратишь время на уборку всего. И у тебя минимум времени на потребление качественной продукции и, ну, естественно, пищи качественной продукции желательно покупать. Конечно же, сейчас все очень это опрыскано, это все понятно. Тут уже надо выбирать. Но когда ты уже выбрал сам вот этот принцип и то, что ты просто и легко, и ты наслаждаешься этим процессом, и тебя не парят все эти вещи. Кто-то скажет, есть прикол в приготовлении. Да, есть, когда это удобно, но в путешествии это неудобно. Это всегда ограниченность в чистой воде, даже те же самые что-то помыть, вымыть, приготовить. Это очень много занимает время, особенно если ты питаешься не вот веганскими продуктами и не цельно, как их называют, плодовыми, цельнозерновыми вот продуктами, да, то есть все вот эти вот всякие, я говорю, соки, концентраты, выжимки, как говорится, разделения, да, все это не очень хорошо. Даже сухофрукты, все это, конечно, вынужденная мера, желательно употреблять, конечно же, если есть возможность, это время года соответствует, то это полноценный фрукт или овощ, который насыщен водой, но эта же вода не простая, она там вся, так скажем, в каком-то наверняка находится симбиозе. Так что вот еще один лайк и плюс в копилку веганского питания, особенно в путешествиях, это вообще класс. Ну, помимо прочего, скажу, что все прекрасно знают, кто веган, что это легкость. Ты когда ешь, у тебя нет чувства, ты обожрался, все, тебе плохо, у тебя живот давит. Веган может съесть, сколько ему позволяет желудок, это всегда легкая пища в своей массе, и ты никогда не чувствуешь отяжеления. Кстати, после веганской пищи не клонит в сон. Может клонить, но это опять же всегда надо каждый соразмерив по себе, поймет, что он просто либо не выспался, рано встал, может быть, человек побаливает или еще что-то, может быть, какие-то внешние обстоятельства. А вот действительно веганская продукция, ну, пища качественной продукции, потому что действительно можно свалить, как всегда, просто съесть что-то некачественное и сказать, вот. Но это любой и человек может съесть любой овощ, да, некачественно отравиться, потребляя даже не только там веганские продукты, будучи там и трупоядом, да. Так что вот так вот. Ну, я не буду много разглагольствовать, хотел именно сказать о путешествиях. Это вообще здорово. Это продукты, которые мало портящиеся и долго хранящиеся, тоже в основной своей массе. Все это можно при путешествиях с собой перевозить. Более того, если это как бы портится, ну, те же самые овощи, фрукты, да, они просто съеживаются, они иссыхают, они как бы корежатся.
Они не издают запах, они не воняют. Ну, ты видишь, они подходят. Ну, ты, может быть, много купил или были соответствующие погодные условия, слишком жарко ты ехал, машина где стояла на солнце. Да, это может портить и естественные продукты, вот овощи, фрукты. Вот. Но, опять же, вот эти сухие каши, все с ними, конечно же, ничего не будет. Ну, в основном-то веганство все-таки это овощи, фрукты и крупы, конечно, тоже. Но особенно в путешествии, я говорю, ты заморачиваться на крупы не будешь. Ну, те же самые орехи возьмите, вон, я неделю ем, там, вы знаете, орехи лежат и хранятся спокойно в любом сухом просто месте, и все. Так что веганство, особенно в дороге, это класс. Будьте мудрыми, не будьте убийцами, любите животных не чревом, а сердцем. Всем пока! До следующей встречи.